Они хотели, чтобы Си Цзиньпин, объединившись с Россией, значит, вздрючил Украину, показал США, значит, на что их союз способен. Наивные идиоты, опять-таки, не разбирающиеся в мировой политике, не понимающие тренда. Сегодня тренд один – вздрючить Россию. Причем выгодно это всем. И США, и Китаю. И разделить сферы влияния. Эта страна 404, Россию имею в виду, уже никому не интересна в мире. Она была интересна раньше, когда шла дешевая энергия, там, газ, нефть. И казалось, что у них демократия. Оказалось, что нет, они бешеные собаки. А бешеные собаки представляют потенциальную опасность для мира.